Добрый день! В этом видео мы соберем установку для считывания сигнала оптической пульсиметрии или фотоплетизмограммы, используя модуль пульса Bitronix. Нам понадобится Arduino, кабель USB и соединительные провода гнездо-штекер трех цветов – коричневого, красного и оранжевого. Сначала подключим соединительные провода к модулю пульса. Коричневый провод соединим с ножкой минус модуля, а красный с ножкой плюс. Эти провода будем использовать для питания модуля. По оранжевому проводу будут передаваться данные. Его подсоединим к ножке out модуля пульса. Возьмем плату Arduino и подключим к ней модуль пульса. Коричневый провод вставим в гнездо ГНД на плате Arduino, а красный к гнезду 5 вольт. Оранжевый провод соединим с гнездом аналогового порта А0. После этого подключим к плате Arduino кабель USB и с его помощью соединим установку с компьютером. На плате Arduino и модуле пульса должны загореться светодиоды. Откроем Sketch Pulse в среде Arduino IDE. В меню «Инструменты» проверим, что плата Arduino правильно определилась с компьютером. После чего нажмем на кнопку «Загрузить». Sketch скомпилируется и загрузится в память Arduino. По окончании загрузки в нижней части окна появится сообщение. Теперь можно переходить к получению фотоплетизмограмм. Откроем визуализатор Bitronix и зайдем в меню «Настройки». Обновим порт подключения Arduino к компьютеру и выберем скорость передачи данных, указанную в скетче. По умолчанию 115200 бит в секунду. Закроем настройки, нажав кнопку «Применить», и запустим считывание сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт». Прижмем светодиоды и фотодиод модуля пульса подушечки большого пальца руки. Через некоторое время сигнал установится, и мы увидим пульсовые колебания кровотока в капиллярах большого пальца. На форму сигнала влияет давление модуля на палец. Если его прижать слишком сильно к пальцу, то сигнал искажается. На этом мы завершаем описание модуля оптической пульсиметрии. Подробные инструкции и скетчи вы сможете найти на сайте Bitronix.